Набор сладостей, что мне прислали для обзора, состоит из леденцов и нескольких видов малоизвестной в России жвачки, которая не имеет в своем составе сахара. В принципе, вся эта продукция выглядит достаточно натуральной и оригинальной. Хотя конфеты, похоже, не более чем леденцы. Возможно, даже и полезны. Спасибо вам за внимание. Это пока только анонс работы. Все подробно и обстоятельно по каждому виду продукции я расскажу и напишу, а возможно и создам видеоряд.